Будут улыбаться в 32 зуба. Жители поселка Сыростан наконец-то дождались появления в амбулатории новой стоматологической установки. Старая сломалась еще полтора года назад, и сыростанцам приходилось ездить на лечение в город. Помог амбулатории обзавестись современной медицинской техникой президент Национального парка спорта и туризма Тургаяк Олег Сиротин. Вот это вот скромный наш вклад, Игорь Вячеславович, в оснащение вашего медицинского кабинета. Саму стоматологическую установку в сыростанскую амбулаторию привезут на днях. А сегодня главный герой дня – президент Национального парка спорта и туризма Тургаяк Олег Сиротин в торжественной обстановке вручил заведующей амбулатории сертификат и услышал много слов благодарности от жителей, врачей и главы города. В суете будней очень приятно, особенно когда в бюджете ничего нету, когда есть такие люди, как Олег Сиротин, которые отвлекаются, значит, на наши просьбы. И вот эти вот маленькие радости, они создают хорошее настроение, я думаю, и у вас лично, и у всех, кто будет пользоваться услугами этой стоматологии. Олег Сиротин подчеркнул, что те люди, которые живут в Сыростане, могут работать или отдыхать на горнолыжном курорте «Солнечная долина», поэтому состояние их здоровья руководству курорта не безразлично. Есть в жизни еще одна миссия у «Солнечной долины». Что люди, которые живут рядом, это, в общем-то, те люди, которые потенциально могут и трудиться у нас, те люди, которые должны быть здоровы, которые должны быть жизнерадостны. Сегодня на лицах жителей по-настоящему жизнерадостная улыбка, ведь многим из них раньше приходилось тратить много сил, времени и денег, чтобы вылечить зубы в городе. Теперь все будет гораздо проще. Когда наша зубная установка сломалась, конечно, население почувствовало, вот, как бы, что ему очень плохо ездить в город. Вот. На сегодня нам дарят эту установку, мы очень рады. Вот. И все население рады и ждет. Ну, вообще-то здесь живут очень много детей и престарелых людей, которые не могут выбраться в город. Это в районе вокзала стоматологическая установка, и в районе бульвара Мира находится детская стоматологическая установка, эти самые кабинеты. То есть туда ехать очень далеко. Стоимость билета проездов составляет 76 рублей. Новое оборудование – огромная радость для жителей Сыростана. Только вот стоматолог за полтора года отсутствия установки, конечно, уволился. Теперь вакансия зубного врача открыта, но желающие работать найдутся, уверены в амбулатории.